Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ксения Аванесова. Во вторник синоптическая ситуация на большей части Западной Сибири обусловится влиянием и прохождением атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Это значит, что с запада потянутся более плотные облака, переходящие в снеговое состояние, а температурные показатели устремятся в свое климатическое русло. Только на востоке региона из последних сил будет держать оборону погожий, но аномально морозный антициклон. В Екатеринбурге 0, минус 2, в Тюмени минус 4, минус 6, в Челябинске минус 2, минус 4, небольшой снег. В Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха минус 10, минус 12. Днем в Кургане облачно, временами снег. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 миллиметр ртутного столба. 4 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!